Во вторник в Беларуси будет облачно с прояснениями. Днем преимущественно на севере страны прогнозируются кратковременные дожди в отдельных районах с грозами. К утру сгустится слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду с порывами до 14. Днем воздух прогреется до плюс 15-20, ночью опустится до 7-12 градусов. В Беларусь на этой неделе вернется настоящая осень. Можно смело перебирать гардероб и доставать теплые вещи. Шапка и шарф в ближайшей перспективе самые топовые аксессуары. Из-за лесного пожара в Калифорнии 150 человек оказались в огненной ловушке. Стихия разыгралась в национальном заповеднике Сьерра. Позже огонь подобрался к водохранилищу, где отдыхали десятки людей. Их удалось эвакуировать. 12 человек получили травмы разной степени тяжести. Пламя охватило более 14 тысяч гектаров леса. Причина возгорания выясняется. Из-за природных пожаров в 5 округах штата Калифорния введен режим чрезвычайной ситуации. На Японию обрушился тайфун Хайшен. Скорость ветра в его центре достигает 80 метров в секунду. На южных островах около 430 тысяч домов остались без электричества. С многих строений сорваны крыши. Предупреждения об эвакуации выпущены для более чем 50 тысяч человек. В западных префектурах Японии закрыты фабрики, школы, магазины, предприятия. Это уже второй сильный тайфун, который обрушился на Японию за последнюю неделю. Завтра в Бобруйске ожидается облачная с прояснениями погода, дожди не прогнозируются. Ветер западный 7-9 метров в секунду с порывами до 13. Днем воздух прогреется до 18 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до 13 выше 0. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.